если у вас одновременно прогреваются верхние слои всех океанов, причем на сотни метров, это однозначно глобальное потепление. Глобальное потепление – тема нашего эфира сегодня. Глобальное потепление выражается увеличением при поверхностной температуре воздуха. Плюс 1 градус за 20 век. Меньше полетов, меньше выбросов парниковых газов. Одновременно больше времени проведете с семьей, с детьми. Надо принимать усилия по снижению выбросов сейчас, чтобы на следующее поколение уже увидело некий эффект от этого. Если мы, в общем-то, не будем об этом заботиться, как нас упомянут наши потомки? Мы от них не скроемся. Ответственность перед людьми и перед Богом, она должна быть в человеке. Республика. В пятницу, 20 марта. На Спасе.